Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 20. В этом упражнении мы должны записать по порядку числа от 10 до 19 и обвести кружками четные числа, а нечетные мы должны будем подчеркнуть. Так, давайте запишем числа. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Какие же из данных чисел делятся на 2? Четные числа – это те числа, которые делятся на 2. 10 делится на 2? Да, получается 5. Это четное число. 11 делится на 2? Нет. 12 делится на 2? Да, получается 6. 13 не делится на 2. 14 делится на 2, получается 7. 15 не делится на 2. 16 делится на 2, получается 8. 17 не делится на 2. 18 делится на 2, это 9. И 19 не делится на 2. Те числа, которые мы обвели в кружок, называются четными числами. Они делятся на 2. Все остальные числа 11, 13, 15, 17, 19 мы подчеркиваем, потому что они являются нечетными. Они не делятся на 2. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.